прошлой неделе Даугавпилсская социальная служба начала традиционную выдачу новогодних подарков для детей с инвалидностью, ребят из малоимущих и малообеспеченных семей, а также для детей, которым решением сиротского суда назначен уход вне семьи. Получить сладкие наборы можно в дневном центре Саскарсме по улице Лепаес 4, причем получить подарок можно будет еще и в начале следующего года. Всего социальная служба заготовила более 1200 подарочных наборов, получить которые в зависимости от статуса семьи можно при наличии соответствующего документа: удостоверение личности, справки о статусе малоимущих малообеспеченных лиц, удостоверение об инвалидности ребенка или решение сиротского суда для опекунов. Приемные семьи могут получать подарки в секторе для семей с детьми на улице Кришьяна Вальдемара 13, предварительно записавшись по телефону. Выдача подарков проводится в конкретные дни с 8 до 16.00, исходя из графика работы заведений. Социальная служба напоминает, что прием клиентов в центрах обслуживания продолжается по предварительной записи по телефонам. В настоящий момент активно проходит оформление льготных проездных на 2021 год для многодетных семей. Поддержка на проезд в общественном транспорте и трамвае и автобусе полагается двум членам многодетной семьи. Подробнее об этом можно узнать на портале социальной службы www.socd.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.